Ну что, друзья, с началом новой недели. Я надеюсь, что у вас такое же классное настроение, как и у меня. Потому что новая жизнь с понедельника, потому что я Ольга Ермилова. И потому что сегодня я хочу дать вам офигенный совет, который я рекомендую вам использовать не только в течение этой недели, но и в течение всей своей жизни. Давайте вспомним, от чего у нас поднимается настроение. Возможно, вы что-то услышали, возможно, вы что-то там себе придумали или чего-то ждете. Но согласитесь, особенно девушки, нет ничего приятнее, когда вдруг неожиданно кто-то подходит и говорит вам: у вас такое красивое платье, или у вас такие красивые глаза, или у вас такой замечательный смех. В общем, когда мы получаем какой-то неожиданный комплимент, это просто вау. Но знаете, что еще больше поднимает настроение? Еще больше поднимает настроение то, когда ты сам сделал комплимент кому-то и тем самым доставил радости. Вот радости получаются в квадрате. Не знаю, как это работает, не совсем понимаю, вот из-за чего такой прилив энергии происходит, когда ты кому-то делаешь хорошо, но это действительно работает. И в личной жизни, вот тогда, когда вы встречаетесь face to face и делаете этот комплимент незнакомому человеку, да и знакомому тоже работает, в общем-то, прилив сил, энергии и всех остальных классных каких-то веществ, поверьте, ну просто зашкаливает. Поэтому в течение этой недели я рекомендую вам, вот лучше прямо сейчас, прямо сегодня, проходя мимо красивых девушек или, возможно, привлекательных мужчин, мужчине тоже приятно слышать, что он не зря фигачил в тренажерном зале, таскал и таскал, чтобы ты сказала: какая у тебя бицуха. По сути, не имеет значения, какого пола человек, мы делаем комплименты, мы обращаем внимание на людей, которые хорошо выглядят, на людей, которые здорово улыбаются, на людей, которые каким-то образом притягивают к себе взгляд, и не стесняясь, вне зависимости от того, где мы находимся, в общественном транспорте или в соседнем автомобиле, или в офисе у себя, или, возможно, вы обнаружили незнакомца у себя в постели, и смотрите и думаете: это мой, а мой-то старался, фигачил, а ты все никак не замечаешь, не замечаешь. Самое время сделать комплимент. Комплименты – это офигенная энергия, и вы можете это проверить прямо сегодня и прямо сейчас. Делаем комплименты и заряжаемся. Ну, а вам мой комплимент за то, что вы в понедельник не поленились зайти и посмотреть это видео. Всем хорошего настроения, всем замечательной энергии, и пусть вокруг вас будут только те люди, которые будут говорить вам приятное, а не видеть в вас что-то нехорошее. Потому что прежде всего мы замечаем в других людях то, на чем акцентируемся сами. Хорошего дня!